Всем доброго времени суток, вы на канале HardResetInfo, это телефон Luigi X80, и сейчас я вам покажу, как добавить или же удалить учетную запись Google на данном устройстве. Для того, чтобы это сделать, переходим в настройки, после этого переходим в опцию пользователи и аккаунты, затем нажимаем добавить аккаунт. Выбираем здесь Google. После чего вписываем наш телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим наш пароль. Снова нажимаем «Далее», а затем соглашаемся с политикой конфиденциальности. Затем соглашаемся на сервисы Google, принимаем. И теперь наша учетная запись отображается в данной панели. Чтобы ее удалить, мы должны ее выбрать и выбрать опцию «Удалить аккаунт». Подтверждаем и нажимаем «Ок». Давайте еще раз. Вводим графический ключ для подтверждения. И на этом все. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч, пока!